Лео идет в магазин для собачек. Покупать печеньки, да. Выбирать печеньки и подарки к Новому году себе, да, Лео? Сейчас мы пойдем, сейчас пойдем. Сейчас идем, зайка. Глаза как фары светятся. Да, выходим. Выходим. Давай, давай, Лео. Лео, в магазин для собачек. Папу лапкой, да, папу лапкой. Не тут, не сюда, туда. Кстати, возле нашего дома потрясающе красивые елки. Им уже много лет. Мы их высаживали, когда переехали сюда. Ну, не мы конкретно, а у нас тогда были субботники. И мы их высаживали. И не только их. Все деревья, которые растут напротив, но тоже все посадки. Так, мы пришли. Сейчас будем заходить. Здесь у нас рыбки. Рыбки. Там птички. Канарейки, попугаи. Там есть у нас хомячки. Кролики маленькие. Вот, сейчас мы пойдем за печеньками. Здесь, конечно, рулеточное богатство. Рулетки, поводки. Всевозможные. Здесь корма. Вот, идем дальше. Так, Лео пришел за печеньками. Так, они дальше. Здесь уши. Лео, где печеньки? А? Слушай, совсем тормозит. Печеньки, Лео. Уже что-то... Да? Эти, да. Печеньки, да, печеньки, печеньки. Да. Вот они разные, как вкусно пахнет, да? А здесь что? Здесь уши, уши. Лео, хочет ушко? Хочет. Да, облизывается. Давай, купим ушко, да, Лео? Так, только одни пяточки, я вижу. А, вот они уши. Вот они, Лео. Лео, смотри, ушко, Лео. Лео. Ушко, да, ушко. Ушко. Пойдем еще посмотрим, что мы будем. Где у нас комбинезончики? Пойдем посмотрим. Что, можешь купить сразу ему? Да сейчас посмотрим. Игрушки, Лео. Лео, смотри, игрушки. Лео. Игрушки. Лео, смотри. Леонардо, смотри. Лев, а поросенок? Поросенок. Он красивый. У нас такой был. У меня был, да. У меня был мальчик. Это мальчик. Да? Хороший. Сколько лет? Я думаю, сейчас почти нету. Сейчас очень редко их увидишь. Раньше ты коляшка в каждом это было. Это да. 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 Там кого-то одевают, да, Лео? Да, баночки, Лео, не стой. Баночки. Да, баночки, баночки, да, Лео? Да. А вот еще корма, Лео, иди по-моему. Да, пустяшки, да. Пустяшки.
Вот тут у нас примерочная. Вот у нас девочка тут пришла комбинезончик себе подбирать. Так, все, выходим из магазина. Не успела ее снять. Папа слева уже наверху. Короче говоря, купили печеньки, купили вкусные уши с комбинезоном в пролете, потому что дождевиков нет, а теплые нам не нужны. Это мы так печенье просим. Печенье мы уважаем. Ага, обманул, нету дурачков. Это называется дразнить собачек, папа. Все, идем домой. Кушать ушли домой. И я вкратце скажу, какие покупки все-таки это были. Значит, первое печенье фирмы Titbit. Это бисквиты на основе рубца говяжьего. А это тоже фирма Titbit. Здесь идет ухо говяжье. Дело в том, что мы пробовали Лео покупать угощения других фирм. И на основе курицы, допустим, от тех угощений у него были проблемы с желудком. То есть очень часто случалось расстройство. Вот, поэтому мы остановились на этих лакомствах. Эти лакомства таких отрицательных моментов не вызывают. Леонардо? Лео хочет ушко? Лео хочет ушко. Так, сидеть, зайка. Ушко, ушко. На, ушко, на. На, на. На, бери. Забыл. Давно не получал он этого лакомства. Забыл. Лео, это ушко. Так, мы держим лапами. Вот так, и сейчас весь мир будет ждать, пока Лео не справится с этим лакомством. Лео,
Зайка. Все, звать бесполезно. Держим лапками и с удовольствием едим это ухо, грызем. Лапками, лапками держим, да. Какое вкусное ушко, Лео! Лео! Леонардо! Лео, где ириска? Какая ириска? Зачем нам сейчас ириска? Это его подружка. Не нужны нам никакие ириски, когда здесь есть такая вкуснятина. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал «Успеть за одни сутки».